слушаете Радио Болтком. Утро на Болткоме. Следующий час «Утро на Болткоме». Олег Век и Александр Шунин с вами проводят его тоже. И снова здравствуйте. Прекрасная пора каникул, тем не менее для многих школьников такая волнительная пора, когда они уходят в большую жизнь, заканчивают, прощаются со школой. И когда уйдем со школьного двора. Ну и от школьного двора переходим ко двору уже другому, институтскому, вузовскому, и о том, какие вузы, какие планы, какие изменения внесла вот эта пандемийная ситуация, может быть, выбор наших вчерашних школьников, вот об этом мы бы хотели поговорить сегодня с основателем компании АМДА и консультантом Оксаной Пинчук. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, какие тенденции вы замечаете в настроениях подростков, бывших буквально вчерашних, позавчерашних школьников? Насколько сильна их тяга к высшему образованию, а насколько сильна их тяга остаться на родине или, наоборот, уехать учиться или приобретать знания дистанционно, например? Ну, на удивление я скажу, что мне, как мне кажется, я ожидала, что, скорее всего, тяга может быть уехать, как минимум, она уменьшится, и, в принципе, что будет больше сомнений относительно того, куда идти, что делать в связи с пандемией. Но нет. Но на самом деле так не случилось, да. То есть я могу, конечно, судить только, скажем, по себе и по своей работе, и те ребята, с которыми я сталкиваюсь, их достаточно много. То есть это очень целеустремленные ребята, которым точно надоело учиться онлайн, однозначно, я могу сказать вам. То есть они хотят жизни, они хотят коллектива, они хотят ехать, хотят видеть мир. И стремление, например, к высшему образованию большое точно, очень большой запрос идет на образование за рубежом, на, скорее всего, на Европу на данный момент. Все-таки есть боязнь двигаться куда-то чуть дальше за пределы океана. Потому что ближе к дому или потому что качество образования? Наверное, потому что ближе к дому. Ближе к дому и дешевле, конечно. Да? То есть Европа нам более по карману, чем какие-то очень далекие страны. Видите, там, Канада, Америка, Новая Зеландия, Австралия. Последние девочки захлопнулись. Вот практически никого к себе сейчас не пускают. Вот, но критерий, скорее всего, такой, что да, все-таки ближе к дому, можно всегда прилететь. И если что случится, то можно пешком дойти или на машине доехать. Как-то так. А какие основные, не знаю, направления науки, факультеты? Это точные науки, это гуманитарные науки? Вы знаете, очень разнообразно, но в любом случае из года в год первые места занимают всегда все, что связано с бизнесом, управлением, предпринимательской деятельностью, так или иначе, таких, в различных очень формах. То есть был период, когда очень было популярно гостиничное дело, да, сейчас больше, скажем, какая-то финансовая сторона бизнеса, менеджмента. Очень интересные программы по различным дигитальным инновациям и управлению в их сфере. Но менеджмент номер один всегда, конечно, популярна различная инженерия, да, ну и естественные науки, наверное, будут на третьем месте на данный момент. То есть это то, что я замечаю вот по прибалтийским студентам, потому что работаю не только с ребятами из Латвии, но очень много работаю тоже с ребятами из Латвии. Выбор вузов, он определяется престижностью этого заведения, узнаваемостью или это ценой, да, может быть, обучение? Опять же, комбинация факторов, но на нашей территории, на нашем рынке, честно скажу, да, конечно, узнаваемость, престижность, рейтинговость вузов имеет очень высокое значение, по крайней мере, на первом этапе и каком-то первичном выборе, пока ребята начинают знакомиться со структурой университетов, с особенностями программ и так далее. И тогда происходит, может быть, какой-то сдвиг в пользу именно самой программы и того, как она преподается, какие бонусы дает, например, вуз, может быть, не академически рейтинговый, да, а более практически направленный. Вот. Но стоимость, конечно, имеет значение, потому что стоимость бывает очень разная, да, там от нуля копеек до очень больших денег, и стоимость имеет значение, конечно, бесспорно.
Если мы говорим про стоимость, то вот насколько здесь желание вот студентов учиться может пересилить какие-то, может быть, пугающие ценники образования, есть ли возможность кредитов, каких-то возможностей получения финансовой помощи? Вы знаете, если мы говорим про Европу, то вот тот факт, что мы являемся все-таки страной-членом Европейского Союза, дает нам очень много, конечно, бонусов в этом плане. И большое количество европейских стран, они для нас бесплатные или практически бесплатные. Да? Например, любые государственные вузы Германии, они бесплатные. Да? То есть, если мы говорим об Австрии, то это чуть меньше, чем 1000 евро в год. Это так называемый student contribution, то, что проплачивает студент. Популярные ныне Нидерланды – это 2000 с копейками евро в год, что достаточно приемлемо, даже если мы сравниваем со стоимостью наших латвийских вузов. То есть европейские вузы по стоимости по своей очень приемлемы достаточно, за исключением, может быть, дороже, конечно, будет различные частные учебные заведения, да, которые там, в Европе могут стоить где-то порядка от 8 до 15 в среднем тысяч евро в год. Не, ну за такие деньги, 1000-2 в год, я бы с удовольствием еще раз пошел поучиться чему-нибудь. Ну, серьезно, абсолютно. Да, абсолютно точно. И многие люди идут учиться уже, скажем так, я назову это в возрасте. О, кстати, а самый возрастной студент? Сколько ему было? Ну, конкретно, кого вы консультировали? Напоминаю, мы беседуем с консультантом по образованию и основателем компании АМДА Оксаной Пинчук. Самый возрастной студент, с которым я лично работала, это был молодой человек, ну, уже в возрасте, назовем так, да, мужчина, который ехал учиться на магистратуру в Соединенные Штаты Америки. Но то, что я вижу, когда я работаю со своими студентами-школьниками, что их родители, мама и папа, вступают учиться в университет. То есть, скорее, чаще всего, конечно, в латвийский или на удаленное обучение, то есть дистанционное. Но это как бы, получается, я с ними не работаю, но я знаю о том, что это происходит. Поэтому, то есть, соответственно... Если школьник заканчивает... Ой, sorry, извините. Нет, мы постоянно друг другу мешаем говорить, но вы владеете эфиром, безусловно, как наши гости, поэтому уступаю вам. Я хотела сказать, что то есть, если школьнику там лет, скажем, 17-18, да, 19 на момент окончания школы, то значит это родителям плюс-минус 40-45, то есть вот люди получают второе, третье высшее образование, бакалавры, которые в совершенно удивительных областях, например, таких как теология. Это вот один из таких примеров, который хотелось бы подчеркнуть. Меня он очень удивил, но мне сказали, что это очень интересная наука, я делаю это для себя. Теология. Да. Действительно интересно. А можно уточнить, зачем они это делают? Ну, теология более-менее понятна. Да, я про родителей. Зачем они идут за вторым, за третьим образованием? Они хотят что-то поменять в своей жизни, это очевидно, но для чего? Другую работу, другую страну, иные причины, возможно? Знаете, я, наверное, так детально с ними об этом не разговариваю, потому что причины могут быть очень разные за такими решениями. Но, по крайней мере, то, что я слышу, это чаще всего я просто хочу учиться, да, то есть получить какие-то новые для себя знания, узнать что-то абсолютно такое новое и интересное, да, которое не обязательно будет связано с дальнейшим зарабатыванием денег этой профессии. А кто-то повышает квалификацию, если мы говорим, например, о магистратуре или о каких-то краткосрочных программах для взрослых, да, профессиональных. И реже, наверное, для изменения профессии, но и это сейчас происходит, я тоже вижу по своим знакомым, как люди в возрасте меняют профессию, исходя вот из реальной уже современной нынешней жизни. А вот у меня все-таки вопрос, возвращаясь к стоимости образования, не отпугнула ли пандемия, которая перевела обучение, в том числе и высшее, на дистанционный вот такой режим, все-таки платить, если в частном вузе даже обучаться, платить большие, например, деньги за то, чтобы смотреть видеолекции по компьютеру, ну, как-то кажется, что интернет забит такого рода всякими роликами на YouTube, вот не изменила ли пандемия, вот все-таки не уменьшила ли желание поступать в какие-то такие престижные, дорогие именно вузы?
точно не изменила, и, в принципе, я могу сказать, что усилила, наоборот, желание обучаться именно в университетах, потому что разница огромная, конечно, существует между университетами и роликами на YouTube. Бесспорно, да, были вузы какие-то и за рубежом, и, естественно, в Латвии, которые были абсолютно не готовы к тому, чтобы предлагать материал учебный онлайн, но вузы в странах подкованных, да, назовем так, предположим, та же Великобритания, да, те же Нидерланды, то есть даже онлайн обучение, оно, то есть они очень быстро сориентировались, и особенно частные вузы, у которых достаточное финансирование есть, да, и которые уже многие вводили, кстати, вот такой электронный дигитальный формат каких-то определенных лекций у себя еще до пандемии. То есть они очень легко перешли на онлайн-формат и предоставляли достаточно качественный продукт. Да, но ребята были готовы учиться онлайн, понимая, что вот есть такая ситуация, но она не бесконечна. Да? То есть я все-таки надеюсь, что мы все выйдем из этой пандемии с поднятой головой очень-очень скоро. Напомню, у нас в гостях Оксана Пинчук, основатель компании МДА и консультант по вопросам образования. Оксана, такой вопрос. Вы говорите о том, что латвийские школьники массово готовы уехать за рубеж, продолжать учебу в высших учебных заведениях. Это, предположим, свидетельствует о достаточно высоком уровне владения иностранными языками, ну, в основном английским, на данный момент международный язык науки. Что касается прочих знаний, как вы можете оценить уровень образованности наших выпускников школ по сравнению, не знаю, с их сверстниками, скажем, в других европейских странах? Опять же, да, зависит, конечно, от вузов, в которые они поступают. То, что я могу сказать из собственного опыта, опыта своих ребят, что, например, поступая в какие-то ведущие научно-исследовательские вузы в Европе, в Великобритании, на направления, связанные с такой тяжелой наукой, да, инженерии, часто не хватает для того, чтобы справляться с материалом даже первого курса, например, знаний по физике, химии, биологии, математике. Если они только здесь не прошли в Латвии за долговременно, возможно, какой-то более углубленный курс, или, например, не сделали что-то дополнительно в той стандартной школьной программе, которая существует. Есть исключения школы, да, у нас несколько там в Латвии будет, предположим, которые дают нужные знания, но это то, что я вот замечаю, это то, что говорят ребята. То есть если мы говорим о таких вот науках тяжелых, да, естественных науках, технических науках, может немножко не хватать, и параллельно освоение этого материала первого курса университета бывает так, что им приходится как бы добирать то, что они недополучили здесь у нас в рамках программы средней школы. Но мне кажется, если, они заранее, да. Если они заранее к этому готовятся, если они понимают, что такова реальность, да, то они могут это сделать уже в 12 классе, они могут это сделать в какой-то период летних каникул. Если они наивно полагают, да, что все окей, я справлюсь, то сложности, конечно, бывают. Они преодолимы, да, но бывают. А если складывается такая парадоксальная ситуация, вы упомянули о том, что очень популярны вузы Германии, ученик учил английский, но затем вдруг он склоняется к тому, чтобы поехать в Германию обучаться, как ему в этой ситуации? Да, здесь вы правы, что у нас все-таки главенствующий язык это английский, немецкий язык преподается в небольшом количестве школ, и в принципе так, чтобы он был бы основным в очень маленьком количестве школ, то есть если кто-то изучал английский, а потом решил поехать учиться в Германию, например, в те же государственные вузы, где большинство программ на немецком, есть определенные сложности. Как из них выйти? Можно посмотреть, что есть на английском языке, будет немного программ, но они существуют, там небольшое количество, какое-то базовое будет. Есть университеты частные, которые предоставляют образование на английском языке. Или же, когда есть программы, специально подготовленные для ребят, приезжающих из-за рубежа без знания немецкого языка, это при частных учебных заведениях, языковых школах, при государственных университетах и так далее, год, полтора,
полгода изучения немецкого языка в интенсивном формате. И в зависимости от того, на каком уровне языка вы входите в эту программу, вам понадобится там, или полный академический год, или 3 месяца, или 6 месяцев для того, чтобы достигнуть нужного уровня. Большинство вузов Германии просят уровень С1 по немецкому языку. Это очень высокий уровень на самом деле. Но вот у меня есть прекрасный пример. У меня девочка в прошлом году с нуля стала изучать немецкий, начала в июле. Вот на сегодняшний день она у меня через 10 дней идет сдавать экзамен на уровне С1. То есть вот с нуля до какая С1 умница. Ровно за 12 месяцев. Да. Пожелаем же ей удачи. Спасибо огромное. Я думаю, что у нее все получится. Российские вузы, вот как с ними, насколько интерес к ним есть, какие условия поступления? Вы знаете, да, интерес есть. Я, наверное, в меньшей степени сталкиваюсь с российскими вузами, потому что все-таки большая часть ребят, которые интересуются образованием в России, они чаще всего идут по спецпрограмме, то есть это программа поступления по квотам для так называемых сограждан. Да? Угу. Вот. И все это происходит через российское посольство. В прошлом также принимал участие там, в Центре русской культуры. Вот. То есть я в меньшей степени вижу этих ребят, то есть поскольку они обращаются непосредственно в посольство и поступают по квотам на бесплатное образование. Да? Но так запрос, конечно, то, что я слышу от своих собственных студентов, которые делятся там, опытом своих друзей, то да, конечно, есть ребята, которые идут в России изучать и языки, и медицину, и бизнес, и международные отношения. Конечно, больше всего пользуется популярностью Москва, Питер, но и Калининград, потому что он совсем-совсем близко. А касаемо, в принципе, отношения к высшему образованию, ну, одно время в Латвии была такая позиция, что слишком много внимания, слишком большой и сильный акцент мы ставим на высшее образование, у нас очень много выпускников с дипломами, некому фактически работать, в том числе руками, что нужно явный перекос, и давайте-ка развивать то, что в советское время называлось ПТУ, то есть какое-то профессиональное образование, чтобы получали профессиональные навыки и профессию, а не просто ученые степени и звания. А пандемия, опять же, отразилась достаточным образом на этой тенденции. Нам ясно показал последний год, что те, у кого есть конкретная профессия, кто что-то умеет делать, ну, условно, руками, тот всегда может выжить с дипломом или без диплома. Подобные вещи как-то отразились на настроении подростков? Они по-прежнему массово бегут именно за высшим образованием или все-таки тенденция к тому, чтобы получать конкретные профессии? Знаете, я все-таки скажу, что скорее первое, да, то есть что все-таки большой интерес и все-таки тенденция есть получать высшее образование. Поскольку, ну, если мы смотрим, предположим, смотря о каких профессиях руками мы говорим, да, то есть уровень заработка человека с высшим образованием, предположим, в какой-нибудь финансовой структуре будет намного выше, чем уровень заработка электрика, который закончил ПТУ. И, конечно, ребята, они стремятся, наверное, к какому-то, ну, успешному успеху, да, по-разному получается, но желание обучаться и с целью, возможно, даже получать больше денег, да, и наслаждаться жизнью, у них все-таки есть. И здесь, наверное, я, может быть, нахожусь в каком-то бабл, да, поскольку я реже сталкиваюсь с ребятами, у которых нет такого желания получать образование среднее или высшее. Оксана, тут пришел вопрос, в каких странах Европы можно работать вместе с учебой? Вот конкретно спрашивают, есть ли такие возможности у наших студентов? Смотрите, поскольку мы граждане Евросоюза, мы можем работать сколько нам угодно в рамках Евросоюза. Да? То есть, приехав в любую страну Евросоюза, у нас есть право на полноценную работу. Другое дело, сможет ли тот или иной студент совмещать работу с учебой, это другой вопрос, да? Есть более, скажем, легкие направления, например, если вы условно изучаете туристический бизнес, да, или гостиничный бизнес, то совмещая там свою учебу с работой официанта, вы даже уже приобретаете опыт и, в принципе, он наполняется свое CV. Да.
Если вы изучаете medical sciences, биохимию, да, в каком-нибудь очень сложном научно-академическом университете или медицину, да, то совмещать с какой-то работой параллельно учебе это будет очень сложно из-за большой нагрузки. Да? Но так юридически мы можем... Ну, главное, что можно. Юридическая возможность. А в США признают европейские дипломы европейских стран? Все просто куча вопросов пришла. Вот, да, знаете, как вот это слово «признают» или «не признают»? Опять же, что значит «признают»? Да? То есть, например, если вы хотите работать доктором в США, да, у вас диплом не в США, скорее всего, вам нужно будет сдавать какие-то специализированные экзамены и так далее и тому подобное. Если вы прекрасный финансист, да, который может за три дня поменять мир какой-то компании, то компания будет все равно у вас из США или из Европейского вуза. То есть в таком плане, наверное, есть регламентируемые профессии, да, которые, например, психолог, медик, медсестра, да, то там, конечно, очень сильно смотрят на то, как эти дипломы признаются. Если мы говорим о профессиях более прикладных, то ты приходишь, делаешь важные твои знания, нежели чем люди. Другое дело узнаваемость. Да? То есть, конечно, американцам, если это глубокий какой-то американец, да, то ему будет сложно понять, что есть какой-то диплом X из страны X, потому что многие страны для них тоже находятся в одном месте, где-то за океаном. То есть здесь вопрос узнаваемости. Да? Там каждая страна в какой-то степени, возможно, предпочитает какое-то свое образование, то есть даже вот европейские страны, там те же, даже Германия или Австрия или Франция, им больше понятны их дипломы, если вы устраиваетесь с ними на работу. Спасибо. Огромное спасибо Оксане Пинчук, основателю компании АМДА и консультанту по вопросам образования. К сожалению, время вышло. Огромное еще раз спасибо. Хорошего дня. Удачи в бизнесе. Да. Помогайте и дальше нашим подросткам обретать знания. Мы же удаляемся на паузу, после которой спросим у астропсихолога, что июль грядущий нам готовит, в конце концов.